земля от света повернет во тьму. Ну что тут будешь делать? Идем дальше. Вот это вот, и когда-то с ними надо заканчивать. Ну как? Они же как говорят? Вначале раз в морду этим, как с селёдочным этим, как он там, Ванька Жуков, это я Ванька Жуков, да? А в ответ отворачивается. Мы не будем ответ читать. Мы не будем. Не-не. Вот. Какая-то наука к черту. Смотрите. Итак, я в фильме... половина из вас видели фильм, но вторая половина не видела. Снял на днях. Так, под настроение. Итак, фамилии не называю. Должности называю. Но то, что сами гордо подчеркивали. Выпускницы Тимирязевки. Кто-то кандидат наук, кто-то почти кандидат наук. Вот если бы в каталогах было написано, что косточки от сортов, а у меня написано, что косточки от сортов, кстати. А вот. А теперь внимание. Оказывается, они меня изучают. А им только, ну, вот так же, как этот, намеки про то, что на самом деле мировое открытие, тут появились намеки, что вода строит. Вот так же вот это вот, еще трусливее намного. Откуда же вы узнали, что у меня от свободного опыления? Откуда вы узнали, что у меня особый сад, который называется смешанный? От самых дикарей, это как абрикосы, манжурские тут же, полуклетятся, и тут же, до вот таких. И все рядом. Да, свободное перекрестное опыление. А теперь давайте. Обман шарлатанства. А я до сих пор, у меня, по крайней мере, знаете, когда нас Ладенковым назвали шаманами, между прочим, шаманы – это профессия, извините. Это даже не оскорбление. Просто подозревает наука, что шаманство с этим бубном – это обман людей. А, кстати, ученые, тувинские шаманы, вызывали дождь. Начинают бить бубен, начинают прыгать, дождь идет. Вы знаете, сколько всего невиданного у нас вообще на этой планете? А здесь обман шарлатанства. Итак, железообманщик, ладно. До того интересно вот, с ними общаться, потому что с ними надо разговаривать, как с первоклассниками, которые в жизни ничего не видели, но некоторые что-то слышали. Например, что вырастают дички. Они могли от родителей. Ну, не обязательно первый класс, ну, пятый класс. Биология проходит уже шестой, седьмой, восьмой, девятый. Биология. Могли. И вдруг раз... Девчонки, вы хотя оскорбляетесь, когда девчонками называют. Ну, не могу я вас уважать, извините. Вы меня оскорбили. Девчата, просто по-доброму, девчата, да? Сейчас я вам открываю удивительный мир. Удивительнейший. Собрал только самое вот так. Его на самом-то деле вот столько, а я вот столько сейчас. Ой, как это интересно. Потом Юрий Владимирович, вот он, да? Вот. Как сделать, чтобы вы хотя бы тайком увидели ответ? Неужели вам не захочется иметь то же самое? Оно есть только у Лутенкова, у Бодера и у Железова. И у наших учеников. Но вы туда не входите. Я же вам сказал, я вам подарю эти же все семена. Получается, а вам не надо. И не потому, что это обман шарлатанства. Вы просто не способны это, заниматься наукой. Итак. После этого. Теперь надо доказать, что это не бог, что теперь это вы обманываете. Вы обманываете, что вегетативная гибридизация, это как вы писали, что это лженаука. Вы Мичурина с дерьмом смешали. Вы знаете об этом? Нет? Вы мизинца не стоите, Мичурина, подвижника, гения, лженаука. Вот я вам показывал книгу. Вот такой раздел называется вегетативная гибридизация. Лженаука. А теперь по-доброму. Сейчас, это знаете как, это любимое, тут я могу не сердиться. Ну, то есть с вами, как с первоклассниками, хотите? А куда деваться-то? Итак, Антоновка есть 20 сортов. У них плоды от 100 до 600 грамм. На самом деле уже больше. Потому что они все равно расползаются. Вот. Ну, пусть будет 20, но это уже научные данные. Ее же как переделывали? Антоновка плюс какой-то сорт, вот уже 300 грамм. Антоновка плюс такой сорт, уже 400 грамм. Я самая крупная, это 500 граммовая у меня. Говорю, были, потому что у меня сосед этот,
на его территории садил, а он мне калитку забил. Уже не он, а он умер, дети забили. Вот. Так вот, слушайте дальше. Значит, подробно, ну, полчаса, надеюсь, хватит. Значит, еще раз, кто-то из вас знает, ну, наверное, Алексейка слышал от меня раз в пять, ну, три точно, что Мичурин когда вырастил из семян Антоновку, надеясь получить новый сорт, оказалось дички. Вот такие яблочки. Как получилось? Он ходил, ходил, ходил. Так сейчас, как я хожу, как Лодинков ходил, как Бондар ходил. Это из-за того, что было привито на дикий подвой. Через дикий подвой культурные, в семена культурных попали эти гены дикарей. Сорт испорчен. Это одна крайность. Про Боднара я говорил 100 раз, потому что мы его также похоронили. Такие же мои речи были, уважительные, посмертные, поэтому вы все знаете. У него все оказалось культурным. Это два. Но давайте еще добавим. Дело в том, что вот эта фреза, она сразу их вывела на чистую воду, да? Из этих косточек не сорта вырастут, а дички и жердели. То есть все, что у меня в каталоге, это будут дички и жердели. А жердели – это разновидность дичков. То есть дички имелось в виду яблоня груша, а жердели – это дикий абрикос. Правильно? А вы, дамы, никогда на Украину не ездили, а вы не ели украинские жердели? У меня получились кисло-сладкие, но это все лишь с одного дерева. Не так сладко-кислое. Но они оказались вкуснее королевского, это доказало это, проведенное мной, как это называется, когда пробуют вкусы народу. Презентация, да. Вот. Это раз. А на Украине, я же привил-то на манжурца дикого, вырастил тут. А на Украине, вы знаете, там компот, его есть невозможно. Это один сплошной сахар. Я не мог есть, открывать 3-литровую банку, 3 раза разбавляя, только чтобы жажду утолить. 3 к 1 с водой. Невозможно. Вы когда-нибудь ели настоящие жердели-то? Они тоже прошли это. Они не стали крупнее. Но они тоже прошли селекцию. Вы просто понятия не имеете. Жердель в данном случае имеется в виду презрительный смысл. Дички и жердели. То есть дикие яблони груши, жердели – это дикий абрикос. Это уточнение, потому что вы же понятия не имеете об этом. А люди вам верят и выкладывают за них по 1000 рублей. Ну-ка, ведь слышали же звон, у меня минимальный заказ на 1000 рублей. А я за 1000 рублей 40 косточек. А теперь вспоминайте, многие из всех, 50 косточек клал за 1000 рублей. 100 косточек клал за 1000 рублей. Получается 10 рублей. А не 1000. И вот это вот, такую подлость написать, это, извините, я с вами сейчас на вашем языке разговариваю. Маленькая пакость. Вот посмотрите, Железов-то. За жердели будущее, за дички. 1000 рублей за семечку берет. Вот это подлость. И вы хотите, чтобы я уважал вашу команду? Поверьте, девчонки, или как вас там. Вот. Больше некого уважать, кроме нашей команды. Ваши эти друзья учат убивать деревья, те же вишни. С помощью обрезки. Сколько я мордой тыкал? Вас же, выпускников этой самой. Сплошь. Кто не выпускник, это обязательно надо дерево искалечить. Обязательно искалечить. А я хотел по-доброму. Ладно. Ну, справку уже я вам уже объяснил словами вот это вот. Вы живете в выданном мире. Итак, специально для вас. Я уж пару научных слов. Ну, как же? Вы же простые слова же не понимаете? Вы же пишете, что Железо сказал чушь. Давайте теперь... Я уж подобрал для вас научные слова. Ну, нахватался, знаете так, металлург. Половой процесс предполагает объединение в одной клетке наследственного материала двух дочерних. Это обеспечивает генеративные органы размножения растений, цветок, семя и плод. Проблема не в качестве потомства. Например, оба родителя 100 грамм плода сами родились из 100 граммов плодов. А почему такого в жизни почти не бывает? Внимание! Смотрите мою особую папку. Ну, где же вам смотреть? Проблема выживания. Выживание. Понимаете? Если взять этих самых сада моего, какие-то не замерзнут, но будут скромнее. Вот это вот. Сад Чернобаева.
Скот с семечкой. Ну что? Ну-ка, покажите мне дички. Ну-ка, и раз, яблочко. Дикая, нет. Три, четыре, пять, шесть. Дикая. Чего вы мелите-то? А вот это персики. Ну ладно, я это самое грешу. Я плевал на подвое, на китайские сливы и уссурийские, на манчжурские абрикосы. Вот. А он взял в наглую и вырастил с этих, с моих косточек. Ну, ну что вам надо-то? О фильме в этом он мне рассказывает, я же фильм снял. Ничем не отличается. Ни у него, ни у него уже друзья вырастили. У него свое направление пошло. Ну. А вот это, Елена Александровна, помните, вы в руках держали? Вспоминайте. Я подобрал, ну, чтобы не повторяться, я другую подобрал. На этом дереве есть привитое вот это вот чудо. А вот это упало само манчжурца. Я не знаю, может быть, манчжурца тоже кто-то опылил. Может, его королевский-то и опылил. Вот справа манжурец, слева манжурец, справа королевский. Может, он его опылил, а может, передалось через подвое, как у меня вишня черешня. Там-то уж, извините, там уж чистое попадание, что действительно вегетативно. А здесь можно поспорить. Может, через генерацию генеративную, может, через вегетативную. Но результат-то налицо. Ну, покажите мне диски-то, а? Вегетативную гибридизацию вы не признаете. Я все с вами счеты свожу. Ну не надо оскорблять-то было ни брата, ни меня. Я с вами счёты свожу. Где диски-то? Где жердели? Вот подвой слева, вот привой справа. Может генеративное, может вегетативное. Они что, вкус от этого потеряли? Куда вы лезете? Да самое страшное, что там 1 100 000 подписчиков. Там, где вы эту дурь разносите. Ну, это так, знаете, посмотрите. Это те же королевские. Ну, я еще несколько, подборку небольшую сделаю. Мне как раз, мне надо с вами рассчитаться. Я хожу с клеймом шарлатана и обманщика. Слово «дурить» не я придумал. Не я же придумал слово «дурить». И не вы первые мне говорили это самое. Ну, вот это вот, да, привитая черешня. Да, сада Боднера. Да, я привил на войлочную, на штамбовую вишню. Ну, а чего вы взяли, что если взять с него косточку, она станет дикой? Как она станет дикой? Объясните мне. У меня вишня-то съедобная, на которую привита. Я вырос на черешневых деревьях. Я в детстве несколько лет, от 7 до 11 лет, я провел все лето на черешневых деревьях. У нас не было особых витаминов, у нас не было особой жратвы. Мы очень скромно жили. Но я сижу на черешневом дереве, на большие, огромные деревья. Плоды в 2 раза меньше, 3 раза меньше, чем тут. Но сладкие, дикие черешни. И ем, ем, ем. Как вы меня убедите? Вы же никогда в глаза не видели эти черешни. На Володинской области. Вот это я вырастил. Как она дичает? Вы мне объясните-то. А вот это волосяная вишня. 1000 лет, и до 21 века, и я тоже. Я никогда не прививал волосяную вишню. Но мы ее горстями жрем. Какие дикари? Я же волосы вишню продаю косточки. Какие нахрен дикари? Я уже перехожу на ваш сленг. Ну, ну пусть фундук превратился в это, в лещину. Косточки мелкие, вот как эти самые. Ну и что? Та же молоко, только возьми больше. Разбиваю, ем. Одного дерева хватило. Ну, ну, лощина уже дальше-то не дичает. Она, это ее природное свойство быть вот такими вот, вот такими. Вот от таких, вот до таких. Ну, разброс. Вы же помните там, если посадишь косточку этого самого фундука, то из 4 1-2 будет фундуком, а остальные дикие формы. Да хрен с ним, мы дикую форму, я зубы-то попортил еще в первых классах школы. То же самое, с черешневых деревьев слезали, и в лес. Только мы, к сожалению, не знали, что молотком разбивать надо, грызли. Вот эту лещину.
Она детей не бывает, она личина есть, это и есть. Это ее где-то это дикая, это даже не дикая форма, это ее природная форма, ее оккультурили. Но когда вы культурную посадите кошку, вы получите культурную или дикую. Нет, опять дикая не годится. Или природную. Вполне съедобно. Где какие дикари? Вы что там мели, мололи-то? Вот эта фотография сделана в Сихотолинских горах. Так. Вот это точно жрать нельзя, извините за выражение. Вот. Еще не все. Это просто как пример. Чуть-чуть окультурили. И сейчас давайте я в этом месте. Вот смотрите. Еще раз. Сейчас будет два направления. Одно – окультурение, второе – легкое, приятное одичание. Смотрите. Еще раз показываю. Инновационная разработка. Вот. Я уже боюсь говорить, что благодаря кому это она взялась. Вот они результаты. Кстати, о, знаете, что здесь? В Челябинском сортоиспытательном участке продуктивность взрослого дерева на десятках т.т.т. 300 грамм с дерева. А я вот когда увидел вот это вот, я не говорю, что это они, у них такая производительность. Но если я вот это увидел, да, вот, где она делась-то? Ага. Не верю я, понимаете, не верю. Эта фотография принадлежит сотне с этих сайтов. А потом читаю же этого самого Ваулина, которыми жизнь меня связала. Где она там? Вот. Сейчас. О, память. Приходится по новому. А, вот, нашел. Нет. Ладно, короче, нет, все равно надо найти. Это дело принципа. Дело принципа. Вы же понимаете, что вы сейчас сделали? Являясь научными работниками, вы исполняющие обязанности директора. Мошенники превратили директора Мясского института, официальное лицо, Ваудулина, это самое, Александра Алексеевича. Вы его что, кого превратили-то? Железомошенник и Ваулин мошенник? Мои манжурцы, чистого патриарха манжурца, самого первого превратились вот в это, 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 вот в это. Произошло оккультуривание недичане, а? Вы что там, охерели совсем уже? Вес плодов. 35 грамм это уже ого-го. Вот. Вот это, слюбуйтесь, любуйтесь, любуйтесь, любуйтесь. Вот. Ежегодное плодоношение, несколько лет урожая. Какие, показать вам, какие урожаи. Вот. А рядом пустыня. Ну, подумаешь, забыл железо упомянуть. Благодаря кому это все случилось. 20-58 килограмм. Они железовские, полкилограмма. А наука 0,3 килограмма. Ну вы маленько-то думаете, ведь я же как написал гостевой. Я там взял это самое, что мы о чем говорим. Я успел, умудрился отдельный фильм снять. Всем, всем, всем. Как это? Как будто молния. Всем, всем, всем. Пусть посмотрят. Что натворили-то? Они же не частные лица-то. Они же сотням тысяч людей голову морочат. Итак, смешанный сад. Результат оккультуривания я вам сказал. Это что, я или это институтские официальные документы? Про технологию само собой. Какие хрен тут могут быть эти? Почитайте потом отдельно. Какие могут быть самые обрезки-то? Ладно. Пошли дальше. Я еще не закончил. Вот эту фотографию мне прислал Олегович Мезинов. Вот. У меня с ним будет серьезный разговор. Видите ли, моста не открутится. Вот. Смотрим дальше. Завязался ваш крупноплодный на третий год после посадки. На третий год. Вы думаете, он нарушил это? Или я его просил? Третий год. А вы представляете, какой он вырос, как он сейчас такой? Мы уже поделили.
Вот. И снова Мезенов. Это Брянск. Там, где учат убивать деревья эти дамы из института Люпина. Вот. Вспоминаю, как пару лет назад случайно наткнулся на ваши видеоуроки на Ютубе. На тот момент я успел насмотреться Тимирязевок, это вас, девчонки, и прочих грамотев. Мною безуспешно были посажены десятки саженцев, точнее дрова со стихийных рынков. Южные саженцы, привитые на укорененную палку. Копал ямы, перегной туда, тьфу, ямы для полива и так далее. В общем, все как советовали. По итогу саженцы обрастали мхом или лишайниками. Они не развивались. А тем, кто хоть как-то на тех, которые начинали плодоносить, покрывались паршой и прочими болячками. Лена Александровна, где парша в моем саду? Где болячки? Когда я был в Москве, это лет 8 прошло, да? Там, где меня пнули. Но я же потом пошел в этот ваш Тимирязевский сад. Что там было? Да, сильно в год жаловалась это самое по телевизору, ведущая там медиа, это самое, которая передает погоду. Вот. Дожди, дожди. Ну, что же это такое, когда в конце июля вот такие яблочки, все вот такой формы, груши корявые, вот такие вот. И видно было, что все эти у них. Плюс все, что я видел в подмосковных садах, целое большое, а я изучал, целый большой, как это называется, дачный массив. Это получается тонны, десятки тысяч тонн. Все это, урожай весь был уничтожен. Но была одна особенность. Когда я пришел в Тимирязевский сад, фамилию не запомнил, не записывал, он записывал мою, чтобы со мной связаться. Сейчас прошу прощения, секунду. Я остановил этого доцента, я уже рассказывал, но это просто уму непостижимо, который в середине лета обрезку делал. А все яблони и груши были изувечены. Все. Тем, кто хоть как-то начинали плодоносить, покрывались паршой и прочими болячками, либо падали от хорошего ветра с дождем. Представляете, саженцы покупали все как один без корней. Зато крона 1,5-2 метра. Само собой, и обрезка производилась. Бывало, рекомендуют, а я резал в надежде вырастить сад мечты. Посмотрев ваши пару роликов, я как будто открыл глаза и прозрел. На моем участке росли вишни 4 штуки и яблони в возрасте 10 лет, до которых никому не было дела. За ними никто не ухаживал, не обрезал, землю под ними не рыхлил, никакой химии под корками не заливал. На них ни одного больного листа, прекрасные поросли, абсолютно здоровые плоды. Это все Мезенов. Я тогда поймал себя на мысли. Ну как я сам не догадался, ведь это так просто. С тех пор я считаю себя учеником железа, горжусь этим. А, девчата, переходите ко мне в ученики. Я не это самое. Кто прошлый спланет, тому глаз вон. Вот. Серьезно, а вдруг? Хотя такие вещи не бывают в жизни. Ну, может, один из тысячи. Хочу добавить, что на следующий день в моем саду прекрасно растут саженцы Сергея Железа. Кстати, Олег Олегович, у вас была довольно мощная, взросленькая уже персик, вы мне показывали. Какова его судьба? А, вот. Яблони, груши, сливы, персики, абрикосы. Ближе к созреванию обязательно пишу фото плодов. Ловлю на слове. Пока за окном май, а я любуюсь завязью между созреванием. Там вы у меня смотрящие за этим самым, за западом. Вот. Вы выходите в лидеры в своем регионе. Будьте добры. Становитесь новым центром. У вас рядом институт Люпина, где кандидаты наук учат убивать черешни. Так что у вас особая миссия, Олег Олегович.
Что касается посадок подвоя, то груш и яблонь зашло будто бы больше, чем сажал. А это значит, что у вас волшебные руки. Абрикосы взошли на 70%, мыши их полюбили, не могут пройти мимо молодого ростка. В итоге, пока я был в рейсе, мыши пировали на абрикосовых сходах. В итоге жались, стали 15 штук. По сливам 20%, второго сорокации их маловато. Да, слив всегда на месяц больше. В следующем году заложу на пару недель раньше. Очень доволен результатом, жду с нетерпением осени, чтобы доказать эффект для прививки. С уважением, ваш ученик Мезинов. Ну, почему я тут вспомнил Мичурина? Потому что нам нужны сейчас... Кто-то из вас будет новым Мичурином. Вы все моложе меня. Вот. А теперь, девчата из Тимирязевки. Извините, что повторяюсь. Сад Екатерины Кузнецовой. Та самая. Помните, в самом верху была? У нее первый урожай, плодик черешня, ой, плодик шелковицы. И вот она это вырастила Фаину. Ну что я вам скажу? Ну что, а? Ну что вам сказать-то? Да, она не похожа на Фаину. Фаина крупнее. Абсолютно не похожа на Фаину. Но это опять гибрид. Свободное опыление. Какое это самое? Это свободное опыление, чуть не сказал, обгадили. Что? Что вам свободное опыление это помешало? А? А вы знаете, что хотя бы это? Я вот чего понять не могу. Как они уперлись в это вот? Чтобы сохранить сорт, нужно, чтобы деревья были, чтобы сад был моносад. Или дерево было самоплодное, а это деградация. Вспомните вишневые сады, а? Елена Александровна, когда вы будете в Москве выступать, вы помяните, я назвал дикое, зверское обрезки, ненужное дерево, раз. Генетическая усталость, два. И как часть, это через передача через клоны, то есть через эти, через корневые отводки. Сейчас, прошу прощения. Итак. Еще раз, чем вам помешало свободное опыление, если моносады – это путь деградации? Вы хоть об этом имеете представление, нет? Я уже сколько про этот инцест говорить-то буду? Ну ведь откуда же вы узнали, что я по 1000 рублей продаю косточки? Только не одну, а 40. Ладно. Это, ну, для чего эта фотография? Семечковые культуры, назовем их семечковыми, семечковые кустарниковые культуры. Малина, смородина, жимолость. Крыжовник. Еще 2-3 фамилии, или как это название, они все выращиваются только с помощью клонирование, то есть укоренение, а семечковая культура теряет качество сразу. Вот тут я согласен. А вы у меня видели хоть одну семечку? Жимолости, малины, смородины, крыжовника, нет? В каталоге нет. Значит, я просто провел еще лекцию на эту тему. Не вздумайте выписывать семена кустарных культур. Получите такое, да вы можете не дождаться даже урожая. А если у вас постарше? Поняли, да? Вот. Сюда смотрим. Пусть вы это видели. Я, знаете как, открыл папку, там, где у меня из моих, мои клоны, мои эти самые семечки, саженцы от Железова. Вот такая папочка, вот столько. И первое же, там, где написано косточки, я сразу раз для вас, смотрите. Абрикос королевский, клон Железова, выращен из косточки. Мало того, если бы я показал вам все письмо, помните, я показывал все письмо, так там они были крупнее, чем эти, чем привитые королевские. А? Ну что вам еще надо? А сейчас еще к какому-то выводу подведу. Еще не все. Валерий Константинович, ваше дело живет в суровом Забайкалье. Слива и абрикос из ваших косточек. Тут надо как это, дайте как это самое. Как... Итак, тропь.
Барабанная дробь. Да-д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 а. Семечки, косточки, семечки, косточки, железо. Это я ничего не придумал. Нет подозрения, что что-то здесь из прививок. Но как было написано, зачем купил, зато продал. Наверное, хотя бы часть из этого, из косточек. Ладно. Челябинская область. Выращены из косточек железо. На четвертый год плоды. Внимание. На четвертый год. Ну, что вы там насчет дикарей? Ну-ка еще раз. Вот. Подписи к видео генерируются автоматически. Ага. Так. Здравствуйте, странно, но после этой зимы абрикосы четырехлетки выращены из косточек ваших дикарей и так далее. Здесь вот это мы на следующем продолжим, потому что здесь уже есть вопросы. Вот у них 35, аж подмерзло выше снега. А у Ваулина, лично мои, ни хрена не подмерзли. Вот я здесь хотел показать вам, ну, показал раньше. Вот. И знаете как? Я вспомнил, я уже не тот рассказал. Я не могу вам, я не умею петь. Опера Иоланта. Слепая девушка. От нее скрывали, мы сейчас заканчиваем уже, уже прошло мои 2 часа. Вот. И на этом мы, считайте, и закончим. Скрывали от нее правду, что она слепая. Она не знала, что она слепая. Она думала, так это нормально. Под страхом смертной казни. Посмотрите эту оперу. Это не просто опера. Это опера с большим-большим смыслом. И надо же было случиться, что рыцари заблудились, и один из них в нее влюбился, и она влюбилась в этого рыцаря. А он же не знал, что запрет существует. И сказала ей, ты слепая. Вот. Она ему пела, рыцарь, мне не нужен свет. Вот. Мне так замечательно, у меня столько друзей, все это самое. Я так, такая счастлива. А потом, когда она поняла, что она рыцарь этого не видит, она поняла, это стало для нее трагедией. Это не для этих девчонок с тимирязевки, а вот настоящая трагедия, страшная трагедия. А его приговорили к казни. Король приговорил этого рыцаря. Он не знал, но он открыл правду, страшную правду. И она умирала от горя. Потому что влюбилась. Ну, ей сделали операцию. Конец был положительный. Она стала видеть. Вот. Ну, как вот этих девчонок, вот этих вот... Для меня они девчонки. Пусть они обижаются, что я так называю. Но я мошенник, я имею право как угодно называть. Мошенники на все имеют право. Вот это вот, понимаете? Вот. И вот, к сожалению, что они погоду делают. Там 1 100 000 этих самых, как их называют, этих, ну, поняли, подписчиков. А тут 2000, все, это наш круг. Вот на этой грустной ноте я заканчиваю. Рыцарь, мне не нужен свет. Железов, нам не нужен свет. Вы отвечаете, да, мы вопрос задали. То есть, как бы, знаете, кому грязи кинули, а смотреть ответ мы не будем. Что бы там ни было, мы не будем. Нам это не интересно, у нас шикарное образование. Да вас тут таких же, легион, понимаете? Вот что страшно. Вот это, я, да, я самое главное вывод-то не сказал. Вот. И он у меня сейчас вертится в голове. Ну как? Почему, если раньше они дичали, а сейчас перестали дичать? Будем считать, что я вам задал вопрос. Ну, не им, а хотя, может, тайком и посмотрят. Вот. Хотя, может, на середине разговора отключится, потому что смотреть, как я из них дурочек делаю, это не это. Они из меня мошенник, а я из них дурочек. Вот. Не каждый выдержит. Но вы-то нормальные люди, я вас не оскорблял, и вы мне тоже. Вы мне присылаете такие фотографии, что у меня каждый день праздник. И еще пошли фотографии, просто не успеваю. А еще будет этот урожай. Он увеличится в 10 раз, все больше будет фотографий. С каждым годом, я говорю, нарастает, как геометрическая прогрессия. Так вот, ответ на вопрос. А почему, если раньше дичали, а сейчас не дичают? Названия-то те же. Ну, уже про свободное опыление вы уже понимаете, да? Вы уже понимаете, что
это самое, часть ответа уже есть в этом слове «свободное пыление». Девчонки подсказали, Тимирязевке спасибо. Вот, смешанный сад. Ну, выводы сделаем в другой раз. Последнее.